Это уточка. И она крякает. Ай, молодец! Видишь? Все, хитрая лиса унесла утку. Да. Прав, какой ты все-таки тактичный мальчик. И все, и подальше. Не. Это тихо-тихо. Тихо свистнул и ушел, называется нашел. Это про Анфису. Граф водит. Ай, как он любит еще подразнить. У меня утка. Граф. Мимо так гордо прошествовал. Граф, теперь поделись. Граф добрый мальчик. Ай, молодец. Он так тоже любит игрушку взять и лечь. Ну да. И все. Что там у уточки? Угу, откуда звук? Кажется, смотрю на эту наглую морду, которая ест мою утку. Каждый занялся своим делом. Граф! Да. Что, почесать тебя? Ну иди почешу. Не, скажи, опасно оставлять. Да, вдруг утку кто-то уведет. К нам гости приходят, граф сначала стоит со мной встречает, а потом у него корм всегда лежит сейчас. Потом он поворачивается и начинает быстро-быстро доедать свой корм. А вдруг я гости придут, да? Анфис, ты за меня спряталась, да? Чтобы никто уточку не забрал. Нет? Беги, беги. Ай, умничка, Анфиса. Умная девочка. Да, походься. Кто ты бежишь? Жарко. Жарко.